Привет, друзья! Компоты готовятся очень быстро, а вкусов можно придумать сотни. Лучше делать компоты из сезонных ягод и фруктов. Конечно, можно готовить из замороженных, но из свежих вкус будет более насыщенным. Можно сочетать любые фрукты и ягоды, которые вы любите. Для приготовления компота мне потребуется минимум ингредиентов. Всего лишь вода, сахар, любые ягоды и лимон. Ягоды я уже предварительно помыла и удалила плодоножки. Компот буду готовить так, чтобы максимально сохранить в нем витамины. Для этого нужно отжать сок через сито. Лучше всего готовить компот в эмалированной или нержавеющей кастрюле. Необходимо дождаться кипения воды. Чтобы при варке компота лучше сохранились витамины, в мезгу из ягод красной смородины добавляю бурно кипящую воду. В кипящий компот добавляю сахар. Компот должен покипеть приблизительно 5 минут. Снимаю компот с огня, добавляю сырой сок. Хорошо все перемешиваю и больше не кипячу. Для вкуса добавляю сок, дольки одного лимона и оставляю охлаждаться компот приблизительно на час. Компот уже хорошо настоялся. Такой компот лучше всего пить охлажденным. У меня получился кисло-сладкий вкус. Количество ингредиентов я укажу под видео. По поводу сахара. Руководствуйтесь своими предпочтениями. Кто-то любит более сладкий вкус, кто-то более кислый. Фрукты и ягоды также отдают свой сахар. В общем, вы можете экспериментировать и искать свой любимый вкус. Друзья, ставьте лайк, если вам понравился рецепт. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Буду делиться с вами новыми вкусными рецептами.